паникеры, блядь. Войдешь в маленький главное. Я здесь уже. Но все равно сломится. Еще раз, да, сломит? Ну ладно. Кто, блядь, сейчас. Давай посмотрим. Кто не пошел, короче, выйдет. Сука. Кто Геру не возьмет? Митечка в РК. Митечка в РК. Значит, смотри. Актулголы бафает каски, а Митечка кулаки кресты. Да, и какая РСК потом, да? Ну нафиг тогда. Так, баф я сказал, ауры третью и прото поставьте. Обязательно. Кофе на один слот. Кто танки? Хризи. И качать скилл. Короче, четвертая пати 2 ДК. Танки. Смоним мага. В РК все еще 21 тело. Бля, Войд, еще вспомнил. Ты у меня рыбы тоже дохуище спиздил. Ставь рыбу. Жить. Че, Войд у тебя фласки забрал, да? И фласки, и все. Короче, он так мне. Самый прикол забрал. В том, что Войд их никогда не пьет, блин. Да нет, убирай. Он продал, наверное, просто. Да не, не, не продал. Наверное, выпил, да, все сразу. Залпом. Да че? Гликчек, танки сменитесь на трех стаках плюс-минус, что-то такое. Потом, когда черви вылезут, к Хризе возьмешь правую, второй ДК возьмешь левую, будем бить все правую. Все, чек и все отпускаю. Подожди, ты их еще кому-то продавал в этом, в гильдии, что ли, фласки мои? Да нет. Че джестом пишет, блядь? Славик, дай лапу. Короче, насчет лута мне лень ставить мастер, поэтому давайте на групп, типа, и... Я думаю, все адекватные, хотя, конечно же, нет. Это ты, конечно, зря, наверное. Да не, блядь. Будете этот, тупить, пизды получите, блядь. Приеду. Топ-3 нету. Багаж забахайте. Там багажник только засумонился. Магу, разбойнику, всем покажу багажник изнутри. Листобаф, каску помогу дать. Кулака так и нету, как паладин, который Митечка. Ты чё там делаешь? Наше время, паладин. А чё, он кресты кулаки дает? Да. Кулак по коту, умоляю. В огне не стойте только, пожалуйста. Добивайте снобальдов, сведите в одну точку, их сведите. Хризи сейчас забираешь правую, бьем все тоже правую. Богер.
Лужа. Второй ДК сможешь затанкить? Хотя ладно, сейчас. Беги по рейду давай. Смотри, из пустоты высасывает душу. Это топ фишки, как апнуть ДПС. Почему я локом так мало даю? Потому что ты без паски? Не, то, потому что я тут фишки не знаю. Да, я тоже без паски. ГП. Да, придется ГП кидать. Я тоже без паски, кстати. Вот, кстати, всем рейду так придется делать. Кроме меня, потому что меня Войт спиздил. Недоказуемо. Я видел, как он заходил на его ханта. Но фласки-то он не пьет, значит, он их не брал. Да, кстати. Не так я сказал, вас. Он залпом их сразу выпил все. Ну, нормально, он просто на будущее сразу. Коктейль просто смешался, да? Волшебный котелок, да? Давайте, ханты берсу снимите, все, у нас есть ханты. Бля, а где он? Вот видишь, чуть шамана не убили. Так он в углу стоит. Он замыкался, его невозможно захилить. Федерация, а ты тут? А, она из угла нас морально поддерживает. Ничего, я не понял, а где она реально? В углу, смотри, стоит. Наверное, она просто наказана. Что такое МЛЭ, мастер-лок? Ну, ладно, говорю. Рывок около вас, ничего себе. Это опасно, может быть. Минус Войт. Сука. Я говорит, лут не буду ставить. Да, блин, там шаман есть этот, типа АФК. Чик разролим. Честно, я тоже 97 бросил. Ой, да? Десяточка. Я не заметил. Глуп забрать. У тебя есть еще? Минута. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Кинул на сферу, найс. Ща, где? Заберу я дам. Да, а, вот кто, тоже что-то. Кто там еще 97 на трофей кинул? Вот кому я отдал и кто кидал, киньте сейчас ролл. Ага, Джест, а я кому отдал? Да не Джест, я и Кинзмо. Вот да ладно, пофигу. Там 25 голды. 3 на двоих поделим. Он мне 25 голды потом скинет почты. Короче, потом разводу. Да-да, подожди, ТК. Убьем, чтобы уж не тратить время. И разродим. Все равно время не успеет истечь. Буду делать как амбазаду. Прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами. Гоу. ДК паролем, потом вот, не переживай. Тот, кто на танка ролит, тот и будет ролить.
Выноси. Ну или кор. Просиливаем там кого-то. Шамана просиливаем. Стаки здесь против босса? Шаманы, магия. Ну, захиливаем. Отведи босса, отведи босса, отведи босса. Найс. Кто не выйдет? Рога, ты чё, ослеп? А, не знаю, захиливайте, дайте чешки и так далее. Рога? Какие нет. Чешки, блин? Ну, я... что-нибудь отдайте. Да, ослеп, Соня. Отдайте, меня чуть не разлетело. Отдайте свою жизнь. Лестница меня, я лут заберу. Жизнь замерзула. Да. А, бах, о, сука. Ну, ну. Классно хилите. Топовые хилы. Хилы, как дела у вас там? Исповедь в красную метку никак, не? Да, просто было третьего ДЦ брать. Я так и думал. Для ЦВДД, что ли? Да, ДЦ бы точно захилил. Метки. Видишь, меня даже Джейс передамажил. Когда ролить будем, вон от Джейс? Никогда не будем. Потом. Завтра паролим. Не пускай, отходите все под красный щит. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите... Так, я тоже в танк, наверное, спекнусь. А, я не буду. На честь Альянса. Танчите как хотите втроем. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мишки все равно. Лучше кор с дамагом. Вихрь дамаг. Хорошо, да будет так. Бам, дай себе. Я побрал тотемы на каски нету. Каски нет. Альянса герои во имя вашего короля. Каски нет, лапы нет. Если Чукарика не будет, там начинай, потому что он там что-то молоко делает детям. Ух, сука, кто там вышел? Будем бить Лока. Лока бить будем. Там Христа. Или Рогу еще первого слить? Да вас 3 милика как раз. Дыхание. Ну короче, сливаем череп, крест, там, квадрат, звезду, вот так вот, наверное, собьем. Я подержу на себе вара. Вара подержу. Дека, хризи ДК подержишь, и второй ДК подержишь паладина. Какой паладина? А рогу кто держать будет? Да, точно. Рогу тоже я заберу. Все, чек и поехали. Та не хватает. А, Лохомора. Готово, ты. Приста нету, фибрилляции нету. Фибрилляция. Готово? Ну, знаешь, бывает тут вайпы. Фибрилляция готова, приз готова, все, можно врываться. Долго, череп, чем лучше, потом крест. Беги, малышка, беги! Посмотрите меня. На мне рога и вар. Классно, да? Локи.
Ну куда он? Кого дальше? Звезду. Ты ж говорил квадрат. Звезду слить, там квадрат. Ну, заберите квадрат, он меня убьет сейчас. Звезду залили, давайте квадрат вольем, а то он заколебал меня уже. Слейте квадрат, а он там его смелики всякие. Слили, нет? Давайте, сливайте теперь звезду. Свернул, зараза. Лейте там, кто там весь вот стал, вы сейчас лейте паладина, беги, малышка, потом лейте, например, охотника, это кружок. Бабл диспел, пристыль диспел бабл. Так, добили. Добили. Другие долейте, звезда. Слили звезду, давайте сведем их и зальем ауе. А, там еще печенька бегает, лол. Дарите печеньку. Пароль типа как будто на танка, то если никому не надо, я декашкой отдам и сразу на деньги. Я понял вас. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Выпускайте, отходите все ко входу. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Пока трофируйте. Навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Кто нас ролил? Не отдал, закрылся. Ну, 86 я максимально вижу у Мастердомса. Да. Значит так, все берем черную, кроме который качает скилл. Ты берешь белую. Один Астрадам. Даю чек. Качать.
прокачать скилл, ты первый пуляешь. Где ты, кстати? Не того пуляешь, другую, алё. Забери звезду и уведи её нафиг отсюда. Ты видишь звезду? Хризи, ближе подведи к порталу белому. Меняем цвет, белый портал все берем. И другую убьем. ДК, ну, подведи... Что было? Стопудово они не сидели. ДК, подведи звезду к черному порталу, где сова стоит. Туда веди, туда веди. Да-да-да, правильно повел. Меняем цвет, берем черную. Бьем первую вальку. Так, запустил. Давайте еще трофейчик опять. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы... Давайте печень за ромбик в обмен. Я не буду вас искать. Талая. ДК Талая, да, обмен? Сложи ледяную скорбь, и я... Да. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Рапсола. Империю, на которой... Кому надо, тот найдет, да? Построили свои... Мили на руке. Души твоих павших Понял. Так, сейчас далеко не уходим, говорят, он агрится, но это не точно. Это наебало. Агрится, агрится. Первый. Ну, смотри, не хайся. Петов, перепризовите. Локи, ДК, ты. Так, сейчас убиваем, дальше разролим, потом на ИП перезайдете, там кто сбил был. Чек даю сразу. Давайте так, я фрутовары еще сплетнусь, потому что ну нафиг. ДК такое себе. Сейчас загришь. Огрел. Спасибо. Пуляю Фризи, не знаю, кто это сделал. Мы в два танка. Без фрутовара и без протопала. Тащите. И в три хила, или сколько там без меня. Найс, ребят, это вайф, походу. Кстати, у вас тупая привычка. Жуков, бьём. Трэш, бейте, пожалуйста. Позовитесь под босса. Позовите его под босса. Сами подводите. Подпрягрите и подводите. Бейте жука, сука, все, блядь. Жука возле танка убейте под мордой босса. Он закопает сейчас. Нихуя не закопает. Жуков будет, не будете играть, блядь, расходимся сразу. Не бейте, не надо.
все в жуков сыграли. Ретрики гнев нет. ТК, веди их под босса, что ты их там держишь? Сам глухой походу немного. Короче, отбегаем. Чесноком, метка, беги в лужу. Синюю в лужу беги. На пути никто не стойте. Можете сразу в лужу куда-нибудь встать. БДК второй ты шаришь? Или нет? Что делать вообще? О, на мне, прикольно. Скорбеев пока бьем. А на пути никто не стойте, Митечка, встань на лужу. Щукарез молодец, на пути пробежался. Лови. Знаю, фибрилляция тащи как-то на второй фазе. Сыграли. Бьем трэш, бьем все трэш. Давайте переводим басу. ДК на второй фазе трэш лови и води его в сторону. Геру, Геру, Геру. Вроде ничего так. Убивается. Ты его после обновы переделывали или это вот? Хз. Убивается. Защитите, защитите, метки, метки упадут сейчас. С 10 людьми, с 6.5, конечно, убивается. Я убиваюсь по то, что в одного шамана в 2DC. Ранее этот рецепт там будет. То, что ван убер разроли, и потом уже с рецептов начну, просто тут лежит еще. Древковая, хорошая. Main of друиды там, например. Ретрики тоже норм пойдет, если ничего нет. А рецепты были какие-нибудь? Сейчас, да, будет, будет. Это огромная честь для меня, друг мой. На оф поезд, быстрее, рульте. На ИП кто перезаходит, перезаходите быстрее. Плащ быстрее. Да подожди, со своими рецептами. Сапоги и рецепты пойдут. Main off, быстрее. Вот поэтому я группу лучше ставлю. Рецепт. Ну, чего делать, получаться слишком много. Если бы упали твинки, ну нафиг. Тут в гильдии это бывает, знаешь, нормально разролить не могут. Надо воспитывать людей. Хризи, хризи обменный, дай. Твинк. Сфера. Обмен. Ги... Нет, стоп. Гигна. Кто убежал, я искать вас не буду. Себе оставлю. Ну, убежала. Не, она тут.
Ладно, штаны, надо кому? Рецепта вроде больше нет, вот сфера и это все, остальная шмот уже. Она даст обмен или он это или она? Пишет да. Вижу. Качать скилл, ты на офф ролил. Не-не-не-не. Этот, Багелю, зайдешь, напала, вдал раны в банк. Нострадамус по спеку выигрывает. Зачем? Да я тебе передам там голды. Холипал штанишки. Ладно, ладно. Я как раз хотел на него сейчас это... все переделывать. Арбалет. Кольцо. Куда?